крепкого здоровья вам. Мы всегда рядом с вами, любые вопросы. Нина Петровская считает себя счастливым и богатым человеком. И богатство у нее не финансовое. Ударник коммунистического труда, обладатель медали «Материнская слава» Нина Ивановна воспитала 5 детей. Они подарили ей 10 внуков и 9 правнуков. О своем нелегком детстве 84-летняя нефтекамка говорит с неохотой. Тогда всем было тяжело, признается женщина. И это научило ее ценить то, что есть сейчас. В лаптях ходили. Никакой ни обуви, ни одежды не было. Купить негде было. Война. Почти полуголодные. На одной картошке жили. Как сказать. Хлеба не было. Ну, сейчас нормально. Пенсию дают, получаем. Вот. Пенсии бы не было, не знаю, как жили. А сейчас пенсию дают, слава Богу. В магазинах все есть. Все купить можно. Было бы здоровье только. Удостоверение «Дети войны» вправе получить родившиеся с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945. 3497 нефтекамцев уже воспользовались этой возможностью. Статус «Дети войны» такой признан законодательно на уровне Республики Башкортостан. Огромное спасибо здесь нашим властям республиканским за это. И я думаю, что сегодня, если это статус и удостоверение, то в дальнейшем, конечно же, этот статус мы будем развивать, будем поддерживать, потому что действительно уже это вот 27-45 год, да, у нас это уже старшее наше, самое мудрое поколение, которое на сегодняшний день нам необходимо в первую очередь поддерживать и морально, материально. Удостоверение «Дети войны» уже выданы проживающим в Ташкеново, Амзе, Хмелевке и селе Энергетик. В скором времени их получат еще 1688 горожан. Я благодарна, что они довольны жизнью сегодняшней. И они воодушевляют меня, более молодую. Вот ей 85, мне 75. Они нам дают силы жить, продолжать жить, понимаете? Вот и что хочу сказать. Спасибо большое. Спасибо большое за то, что нас, дети войны, признали. Мы в свое время жили трудно, но сегодня мы счастливы. На территории городского округа живут 5185 человек, относящихся к категории «Дети войны». Получить удостоверение по-прежнему можно в библиотеке на Ленина 30 в будни с 10 утра и до 18:00. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Более подробная информация по номерам 8-347-83-4-27-90 и 8-962-535-06-07 в рабочие дни с 9:00 до 6 часов вечера. Зульфия Амирова, Никита Веприков. Информационная программа «Время новостей».